Итак, чуваки, мое время, как всегда, довольно неожиданно подходит к концу, так что опять-таки давайте переключимся на Франклина, который должен сидеть, сами понимаете где. Мы только что вышли из этого дома, в котором он вроде как оставался тусить, но он уже где-то на другом конце города, насколько я понимаю. Ну, я на него переключился, потому что у Майкла дома задание, соответственно... Да ладно, столько переть. Ну ладно, окей. Соответственно. За Франклина поедем опять-таки сохраняться. Как, в общем-то, и всегда практически. Но только один раз, по-моему, за Тревора сохранялись. Или два. Тоже пару раз за Майкла, скорее всего. Один раз только последний, помню, что в пустыне. И все. А так... Абсолютное большинство сохранений у нас было за Франклина. По-моему, кто-то охренел в 4 часа утра херачить на мотоцикл под моим окном. Такой наглости я не слышал давно. Уже года 3, наверное. Надо кому-то проломить черепушку вместе со шлемом. Господи, что за безумный бит? Ну и песенка. А у меня сейчас мозги немножко через уши вытекут. Вот оно безумие. Мексиканское. Безумие по-мексикански. Нужно срочно валить с этого мотоцикла. Да-да-да, тачка все еще здесь. Замечательно. Я рад. Я забыл, что я тюнинговал тачку для Франклина. То мое внимание полностью... Чё ты разбудил пса? Ну, что ты за скотина вообще, в конце концов? А в джакузи можно отдельно как бы сесть и вот просто сидеть? Конечно, нельзя. Даже на куне работает то, что типа... К стенке прислониться. Эй, чё, хочешь джакузи? Ну, или бассейн? А? Хочешь джакузи? Залезай, парень. В чем проблема-то? Слушай, когда на меня последний раз так в этой игре собака гавкала, она мне потом в шею вцепилась, и мне написали, что я мертв. Надеюсь, сейчас этого не произойдет. Господи, да где здесь дверь-то? Ёперный театр. Ненавижу такие двери. Особенно в этой игре, где стекол вообще не видно. Наконец-то. Да. Ну, у меня есть гитара, и я коллекционирую футболки. Маккормик, Палмер, Ларсон. Нормально. Ну что ж, прекрасное утро или день, черт его знает что. Самое время сказать «до встречи». Итак, мы продолжаем. Погнали дальше. Не, нафиг, пошли отсюда. Такс.
Текс, шпекс, шмакс, кракс, пракс, дракс. Мне нужен вертолет, мать его, вертолет нужен, черт. Вертолет. Что-то непонятно, мне нужен гребаный вертолет. Господи. Что-то... Слишком я экстремальную громкость за себя поставил, по-моему. Меня чуть поющий негр не выбил перепонки барабанные. Короче, я думаю, что надо все-таки разобраться с делом Доминатора. С этой всей фигней. И в этом гребаном аэропорту должен быть вертолет. Ну просто должен быть вертолет. Ну должен же быть. Просто нужно его найти. А вот в чем проблема. Проблема вся в том, что нужно найти вертолет. Не покупать же его, в конце концов. Да, кстати, я забыл проверить одну важную деталь. Вы сами представляете, что это за деталь такая. Кто-то, по-моему, попутал. Какая минус 141 тысяча? Вы о чем нахер? Ядрить, коптить просто, я охренею. Давайте, что ли, еще акции купим. Вот просто, вот что делать? Минус 51 Animal Arc. Угу. Это что за падение? Охренеть. Охренеть. Ну ладно, давайте эту купим, я не знаю. Ну уж если это не поднимется, если это не поднимется, то как бы... Так, это Ричардс Маджестик, окей, да? Продолжить. Рынки, мое портфолио. Так, насколько у меня минус 8 тысяч, наличие 4. Так, продать. Всего инвестировано 19. Мало, мало, мало. Можно это не пытаться продать. Если уж продавать, то те акции, которые там на полулям инвестированы. Но они минус 141 тысячу принесут. Это не дело, сами понимаете. Ну, блин, запутай какой-то круг проклятия. Чё не купи, минус 100 тысяч просто сразу же. Абсолютно разные акции. Чё они так резко падают, непонятно. Я вообще непонятно. Не понимаю ни хрена. Там как раз таки про ФБРовские эти... делишки говорят. Про то, что у них там что-то бомбануло малость. Слишком тихо сделал. Поехали дальше по радиостанции. Пускай это будет. Я неуязвим. Или уязвим. Ну, лучше считать, что я неуязвим, если я уж направляюсь в аэропорт. Так, интересно, а если я возьму... Вроде полицейскую тачку должны пустить, по идее, насколько я помню. Из предыдущих GTA. Либо мне это кажется, это просто глюк моего воображения, и ни хрена не пустят полицейскую тачку. Но вроде как пускали. Ну давай без этого, а. Да ты издеваешься надо мной. Ну. Кусок хлама, а. Менты тут ходят. Важные такие. Стоять! А, вот такая же тачка, как у меня. Да, стреляй в тетку. Береги негра. Господи, я уже без покрышки. Замечательно. Отличное начало, я бы сказал. Ворота непонятно где. Так, ну вертолет вряд ли будет стоять в ангаре. Надо было грузовик вообще брать. Че я туплю-то? О, вертолет, он сразу около выхода.
Давай, пока эти не прилетели. Всякие твари. Вот, уже прилетели. Давай, я смогу. Смогу. Так, не стреляй в меня, баклан. Блин, я тоже отстреливаться не могу из вертолета, оказывается. Ну ладно. Почему я не могу из вертолета отстреливаться? Почему я не могу из самолета отстреливаться? Ни черта непонятно. Вопрос главный в том, смогу ли я оторваться. На самолете-то ладно, понятно. Но мой, видимо, мощнее, потому что тяжелее. Ну, у меня больше вертолет по размерам. Соответственно, мне главное сейчас не нарваться на второй такой же. Давай, отрываемся. Набираем высоту. Неужели у меня в этот раз все получится, а? Я прям не верю. Меня все еще пытаются догнать. Но хрен там был. Отстаньте, я всего лишь просто заехал на территорию аэропорта. Отстаньте. Да ладно, есть. Доминатор, я иду к тебе. Скотина. Тихо. Его сейчас главное винтами не запороть, не измолоть. По-любому он там уже стоит. Я как суперзвезда, только сам управляю вертолетом. Хотя это сейчас модно, чтобы сам там какой-нибудь актер или кто-нибудь еще там. Артист сам управлял техникой, на которой он как бы летает. Без пилотов. Hey there, pussy. Are you watching? This is safer than crossing the street. Shit, bullshit. Well, less people have died doing this than crossing the street. How about that? They called me insane when I said sell all your American equities, and now look at this shithole. Come on, lady boy. Let's go. Какой грузовик? Вижу грузовик. Этот что ли грузовик? Его главное не обогнать. Капитан, уйди из толчка, придурок, я тут с парашюта прыгаю. Прям на кабину, что ли? Ты что, охренел совсем, что ли? Ты слишком какой-то борзый парень. Hey, Franklin, it's me, Jeff. I'm gonna drop you at the garage on Elgin. Okay, Dom? И вот ради этого одного 30-секундного прыжка мы перелезли на эту крышу хрен знает сколько попыток. Oh, you should make that your log line. Sales, bro. Who's buying? Not me. Overpriced. Hey, we'll hook up over at the Landak Reservoir, and I might shift your rating from sell to a hold. Да. Да. Фу. Ну и что дальше? Это все или не все? Или доминатор нам еще позвонит?
Так, вот эта тачка мне подойдет. Подойдет, я сказал. Это означает, что ты, парень, валишь из этой махины. А сажусь в нее я, правильно. Все, пошел вон. Да? Куда ты прешь, а? Думаешь, красный свет все можно? Ну, точнее, зеленый. Это у меня красный. И мне все действительно можно. Тому придурку нельзя. Потому что он сдох. Как и этот. Я прыгнул с небоскреба. Вот теперь мне все можно действительно. Понимаете, о чем я? Смотри, ты как парашютист. Только я приземлился на грузовик, а ты на... Muscle car. Капитан! Господи, секунду.